Приветствую с вами, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И сегодня я искал, чтобы вам такое интересное заснять и показать. Потому что цены сейчас на те же самые квартиры, на те же самые объекты, в том числе, которые строятся, просто пугают. И знаете, что прям случайно наткнулся на хорошую квартирку. Я сегодня был, смотрел здесь квартиры в черновом варианте. Сразу говорю, черновой вариант здесь ценник, мягко говоря, не совсем гуманный. По 9 миллионов квартиры, если мы рассматриваем 50 квадратных метров. Сейчас я вам покажу квартиру, которая по сути даже дешевле, чем черновая. По сути, да, там не надо прикапываться к словам. Давайте я покажу интересный вариант. Итак, ребят. Первое, что хочется вам показать. Эта квартира находится в жилом комплексе «Новая Заря». Что здесь интересного, что здесь хорошего? Во-первых, сделан ремонт. Ремонт, в принципе, такой, который устроит почти каждого из вас. Потому что действительно все хорошо сделано, все сделано добротно. Всевозможные шкафчики, все прям хорошо. Посмотрите, да? Ну реально круто, круто все сделано. И по большому счету мне вот эта квартира понравилась. Изначально я себя прошу, чтобы мне прислали пару фотографий. Исходя из этого я уже планирую, приезжаю к вам или не приезжаю. Например, сегодня меня еще просили приехать в жилой комплекс, который у нас построился на Макаренко. Там просто фантастическая цена, поэтому решил, что, наверное, не стоит. Ну, в принципе, посмотрите, да, санузел довольно-таки какой-то интересный. Прям, смотрите, хорошо сделанный. Просто я знаю, во сколько обходится такой ремонт. Я делал теще примерно то же самое. Тоже встроенная была, выдыхает мебель, техника. И я знаю, во сколько мне это обошлось. Поэтому, когда мне озвучили цену за данную квартиру, я понял, что нужно обязательно сюда приехать, потому что ценник, мягко говоря, ниже рынка. Здесь, соответственно, мы видим с вами кровать нанотехнологичную, да, как у узбеков. Ничего страшного там нет. Ну и вот, в общем, давайте посмотрим, что же здесь у нас по виду. Вид у нас на соседнюю стройку, которая до сих пор не построилась. Это жилой комплекс, который называется Дмитрий Донской. И вот посмотрите, какая территория, да, парковочка, все хорошо. Я приехал, спокойно припарковался, очень много зелени. В общем, хорошо сделано. Я считаю, что более чем достойно. Соответственно, как бы основной ремонт сделан. Здесь по всей квартире теплые полы. Здесь индивидуальный газовый котел. В общем, все здесь у нас имеется. Как бы и в принципе эта спальня очень даже такая интересная. Квартира 50 квадратных метров. Большинство, конечно, планируют в две изолированные комнаты. Здесь при желании можно сделать изолированную комнату еще. Но вот именно, соответственно, собственник данной квартиры выбрал немножко другой путь. Сделал немножко по-другому. Сделал хорошую просторную кухню-гостиную, ребят, посмотрите. И изолированную спальню. Я, наверное, сделал точно так же, потому что... Ну, я считаю, что двухкомнатная квартира начинается как минимум от 60 квадратных метров. А когда в 50 квадратах делают непонятно что, какую-то порнографию, я считаю, это немножко не то. А это прям хорошая получается евро-однушка. Что такое евро-однушка? Это изолированная спальня и, соответственно, кухня-гостиная. Но еще раз повторюсь, если вдруг у кого-то два ребенка, кто захочет немножко, там, например, сделать комнату побольше, то вы можете сделать здесь еще одну комнату, и получится у нас... изолированная кухня небольшая, и, конечно же, получится та же самая, не знаю, там, тоже та же самая еще одна спальня. Что касается балкона, да, балкончик есть, мы можем с вами даже выйти на него. Балкончик хороший, полноценный, ребят. Ну и вот здесь примерно вот такой вот вид. Сразу говорю, эта сторона у нас не солнечная, и вы летом не будете умирать от не знаю чего. Не будете умирать от жары. Это самое главное, это самое важное. Например, я тоже, когда выбирал себе квартиру, выбирал не солнечную сторону, потому что я знаю, что такое солнечная сторона в городе Сочи. Даже на балкон невозможно выйти. Но в целом, я считаю, довольно-таки неплохо. Опять же, высокий этаж, учитывая, что все-таки здесь с вас не будет дополнительно брать за доплату за газ, без ничего. Данная квартира стоит всего лишь 9,5 миллионов рублей. Торга нет. 9,5. И... учитывая, что черновые квартиры здесь стоят как минимум 9 миллионов, 9200, 9300, я считаю, что очень хорошо. Потому что такой ремонт вам выйдет минимум 1,5 миллиона рублей, не меньше. Ну реально, как бы, ну я знаю, ребят, я очень много, сколько уже пересмотрел ремонтов, я знаю, во сколько обходится та же самая покраска стен, я знаю, во сколько обходится даже те же самые такие потолки немножко обыграть. Ну реально дорого, потому что здесь не натяжные потолки,
потолки такие, какие должны быть, как бы не дешманские, нормально, такая точная подсветка, это тоже, ребят, все стоит денег. Соответственно, кухню не успели сюда заказать, не успели поставить, потому что решили перебраться ближе к центру. Да, появились деньги, продали квартиру свою в своем родном, так скажем, городе. И, соответственно, теперь есть что добавить и есть что купить. Лично мне данная квартирка понравилась. Цена ниже рынка однозначно, потому что все, что я здесь смотрел с ремонтом аналогичной площади, они стоят гораздо дороже. Дом построился по федеральному закону 214. Соответственно, вы можете точно знать на 100%, что здесь у вас все хорошо, комфортно. В каком плане? Ну, во-первых, здесь есть электричество и перебоев нет, есть вода. Соответственно, уже много чего сделано, вы можете заехать и жить. И даже сделан, куплен холодильник, он тем более не дешевый, для того, чтобы сделать встройку. Я даже не удивлюсь, если здесь уже встроенная мебель уже заказанная и уже осталось только ее дождаться. Ну да ладно, если что, это будет просто приятный бонус. Ну, в общем, смотрите, ну, хорошо, ну, реально хорошо, все классно смотрится, ничего лишнего. Многих из вас этот ремонт устроит, даже меня этот ремонт устроил, мне лично нравится. Вот такой стиль действительно круто. И двери, я знаю, что такие стоят денег, потому что и ручки такие, да, чтобы вы понимали, там я тоже покупал типа таких ручек, там, когда одна ручка стоит по 20 тысяч. Все это я прекрасно понимаю. Поэтому, если кто-то там себе нафантазировал, что он купит квартиру в черном варианте, и сделать ремонт за 300 тысяч, ребят, это ваша больная фантазия, 100%, и у вас не получится. Вот такой ремонт вам обойдется в минимум в 1,5 миллиона рублей, если квартира, соответственно, 50 квадратных метров. Да, можно сделать ремонт попроще, плюс, опять же, здесь есть момент, что здесь везде теплые полы водяные, ну, вот как бы так. Поэтому, если, например, учесть, что здесь доплата за газ уже не нужна, все, уже финишная цена, то 9,5 миллионов рублей – это очень хорошая цена. По локации – Донская, низ. Можно там, не знаю, там, у меня до школы спокойно дойти пешком, до моря тоже можно дойти пешком. Плюс, опять же, прекрасное автобусное сообщение. Здесь 27 разных маршрутов, можете уехать куда угодно. Остановка называется «Новая Заря». Рядышком здесь есть у нас рыночек, здесь рядышком есть магазины. Все есть. И самое главное, здесь есть еще большой магнит. Там, где вы можете всегда спокойно купить... в том числе полуфабрикаты, салаты и тому подобное. В целом, я считаю, что квартира более чем достойна. Опять же, плюс этой квартиры, что это жилой комплекс, типа как парк Горького, типа как остров мечты, типа как... А больше я не могу даже вам перечислить, потому что остальные это точечные дома. При всем том, что они, может быть, хорошо сделаны, но как таковой там никакой инфраструктуры нет. Поэтому, если вдруг, например, не хватает денег на жилой комплекс «Парк Горького» или не хватает денег на жилой комплекс «Остров мечты», то это хорошая альтернатива, серьезно, это хорошая, шикарная альтернатива. За 9,5 миллионов рублей взять квартиру с ремонтом, в которую можешь заехать и жить, которая построилась на законных основаниях, где уже полностью все готово, здесь просто прекрасное озеленение. Кто видел мои предыдущие обзоры жилого комплекса «Новая Заря», они понимают, про что я говорю. Я считаю, что это... квартира, ну, действительно стоит своих денег. Поэтому, ребят, если вдруг кто-то из вас не хочет заморачиваться с ремонтом, если кто-то из вас хочет прям переехать и уже жить, я считаю, для вас это шикарный вариант. Опять же, купить квартиру с ремонтом по цене черновой квартиры — это сейчас редкость, потому что недвижимость сильно поднималась в цене, и, по сути, сейчас такие цены уже в Дагомысе, такие цены, вот, например, недавно сейчас ездил я во Флору, там в летний, как бы в Кудепсе, стройкой, там уже 180 тысяч рублей за квадратный метр за аналогичные этажи. Только, конечно, Донская будет всегда на голову впереди, будет на голову выше и всегда будет ликвиднее. В общем, как бы так. Поэтому, если вдруг хочется купить хорошую квартирку по цене ниже рынка, обращаюсь, с большим удовольствием помогу вам ее приобрести. Но в том числе можно ее оформить в ипотеку. В общем, все, что ваше душе угодно, мы все сделаем. А теперь, ребят, всем добра и пока, и спасибо за просмотр. Да, ребят, такой ребят, что хочешь сказать? Давайте покажу входную группу. Вот это мне больше всего нравится. Ты заходишь, действительно, ты себя чувствуешь уютно. Если вдруг вы пришли в гости, и почему-то еще
хозяин квартиры не спустился, не пригласил вас, вы можете посидеть здесь, посмотреть зомбоящик. Здесь также имеется у нас консьерж. Смотрите, как все красиво сделано. И действительно, вот когда ты заходишь в такого рода дома, приятно их показывать, приятно их продавать. Есть лифты. Смотрите, какая плитка. Все сделано хорошо, все сделано добротно. Да, здесь, конечно, все мерцает, некрасиво, как-то, ну, неприятно, может быть, взгляду. Но посмотрите, действительно хорошо и достойно сделано. Лично мне здесь нравится, если я чувствую здесь как дома. И именно за это любят данный жилой комплекс. Сейчас мы с вами выйдем на улицу. Я тоже вам покажу некоторые моменты. Посмотрите, да, здесь очень много зелени. Да, опорная стена есть, но она красиво обыграна. Ну и, конечно же, многие люди заценят это. У нас, соответственно, есть пандусы, потому что не в каждом жилом комплексе есть пандус. И, конечно же, снаружи дом выглядит более чем достойно. Из плюсов это, конечно же, очень много зелени. Также бесплатный паркинг на территории. Есть детские площадки, есть спортивные площадочки. В общем, много чего здесь есть интересного. И на самом деле, посмотрите, да, вот тебе и елочка, вот тебе и голубая ель, вот тебе и непонятно что, а вот тебе понятно что. И посмотрите, да, как все хорошо сделано. Вот она, детская площадка, здесь еще одна есть. В общем, дети себя здесь ваши будут чувствовать очень даже комфортно. В общем, хороший комплекс. И я раньше считал, что стоит он дорого, но сейчас я понимаю, что по сути как бы цена более чем адекватная. Потому что на фоне всех тех строек, которые предлагаются, при том лютый эконом по цене непонятно чего, я думаю, что это круто. Соответственно, здесь есть у нас 3 корпуса, которые полностью сданы, 4-й корпус тоже, который сдан. Ну и вот здесь, видите, все такие подъезды красивые, и даже я встал бы замечательные. Ну, круто, ребят, круто, 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 еще раз круто. Поэтому квартира действительно продается по цене ниже рынка. Если вдруг хочется себе что-то купить хорошее, безопасное, то не тормозите, реально не тормозите. Завтра я сниму еще полноценный обзор данного жилого комплекса. Да, здесь цена за квадратный метр 180, 190, 200, да, как бы даже получается цена застройщика дороже, чем квартира с ремонтом, но оно того стоит. А теперь всем добра и пока!